Приветствую зрителей, подписчиков канала «Уральская усадьба». Начались монтажные работы в этом сезоне дачном. Сегодня монтируем теплицу арочную 3 на 6 на бетонное основание. Все разгрузили, распаковали, начинаем, приступаем. Продолжаем монтаж, поставили каркас, полностью закрепили арки друг с другом, обшили торцы, закрепили к основанию бетонному анкера, поставили отливы. Все перекрываем, тут будет формуга коньковая стоять. Все, продолжаем. Вот и закончили монтаж. Теплица арочная 3М. 3 метра в ширину, в длину 6 метров. С шагом метр можно сделать любую длину. Значит, изготовлена теплица с профильной оцинкованной трубой 20 на 20. В торцах 20 на 40. Дверная часть. Поликарбонат новатор. 0,75 плотности. 4 мм толщина. Покраска теплицы полимерно-порошковым способом, цвет шоколад, по каталогу Урал 8017. Основание теплицы бетон, клиента отливы. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой. Значит, на торцах резинки уплотнительные, с обоих торцов цельная дверь. Теплицы установлены укосины для большей жесткости конструкции. Средняя арка в виде фермы для большего усиления. И формуга коньковая с ручным управлением. Все четко, классно. На анкерах бетонным основанием. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии, пишите, ответим всем. Всем пока.